Salamat. Araw-araw kayo dito. Chica, chica. ¿Cómo se llama? ¿Qué trata, ni mamá aquí? Nativa de seca. Anastasio. Abadura y ahora siempre. ¡Tú barramo que todo! ¡Tato tu barico! ¡Ignorando todo pitinaco por los tíos! ¡Eso mío! Шеф возмущен тем обстоятельством, что их почивший с миром и похороненный патрон, основной владелец акций концерна, все свое движимое и недвижимое имущество завещал некоему Гвинну Бучари, который 50 лет назад поселился где-то в Советском Союзе. Шеф требует, чтобы ему срочно разыскали самого дорогооплачиваемого на земном шаре авантюриста международного класса Фрэнка Джексона, агента 008. Где находится Фрэнк? Немедленно свяжитесь с ним. Лицом незнакомо. О, Фрэнк, я ведь твоя жена. В какой стране мы познакомились? Ты боишься, крошка? Он еще не созрел. Итак, где мы познакомились? Ты уже забыл, милый? Мы встретились в прошлом году, в сентябре. В Новой Каледонии. А, припоминаю, горячая любовь. Романтическая любовь. Да-да. Чудное было время. У нас родился златокудрый мальчик. Да? Нет, девочка. Девочка, дорогой, ты назвал ее Алиса. Разве? Фрэнк, остановись, ты нам нужен. Прости, крошка. Землетрясение? Нет. Восстание? Нет, Фрэнк. Необходимо затопление архипелага? Нет. Государственный переворот? Нет, хуже, Фрэнк. Россия. Шеф приказывает скупить все акции фирм, куда вложены деньги Фрэнка.
Стоимость этих акций на бирже должна пасть до нуля. Шеф намерен разорить агента 008 Фрэнка Джексона. Изящнейшие средства, прекрасный выбор, фирма гарантирует. Это змея Клеопатра. Она хандрит, а если по секрету бастует, как и везде сейчас, прошу. На этом стенде инструкция по использованию электронной удавки. Рука нежно сжимает вам горло, и вы убываете в царство небесное. А теперь перейдем к средствам, апробированным и проверенным веками. Комплект Марата, лезвие ванна. Здесь же нож ревнивого Мавра. Митридатов яд, напиток, изготовленный незабвенной Лукрецией Борджиа. Слегка усовершенствованный нашей фирмой, он стал приятнее на вкус. Тут же замечательный яд Медичи. А, ох, это уже получило свое. Всего доброго, счастливый путь. Костер великого инквизитора Торквемады. Жару можно прибавить по желанию, но если хотите услышать мое мнение, ощущение эстетически неприятное. Убирайся. Как угодно. Во дворе состав, задавивший Анну Каренину. Я сказал, убирайся. Если что понадобится, я здесь. К дьяволу! Остановись, Фрэнк. Ты должен жить. Для чего? Ты нам нужен, Фрэнк. Нет! Нет! Я не имею ни денег, ни дела, я ухожу! Дело, которое мы предлагаем, стоит 18 миллионов. Сколько? Товарищ Бестрей, мне никогда! Успокойся, Фрэнк. Не нервничай. Выслушай меня. К черту, ко всем чертям! Опять Россия! Окей, мальчик. Сказал нет, я не продержусь там и 3 часов. Вино в чаре. Несчастный Квино Бучари. Он наверняка уже загнулся там. Тебе будет очень трудно. Вот посмотри, что тебя ожидает. Искренне соболезную, Фрэнк. Фрэнк, обрати внимание. Какие длинные кинжалы у них на поясе. И на величину сосудов, из которых они пьют вино. И еще много деталей и привычек ты должен знать. Это не для меня, нет. 18 миллионов, Фрэнк. Я привык к цивилизации. Привыкнешь к дикарям. Хочу встретиться с шефом. Устрою. Нужно разыскать его. Человек с такой добродушной физиономией.
Вряд ли еще жив. Кто знает. Ха, найти в такой огромной стране, пожалуй, легче отыскать иголку в стоге сена. Или, скажем, монету в Карибском заливе. Хорошо, еще 8% от его наследства. Нет, шеф, 20 по рукам. Ладно, 12 на этом кончим. Согласен, но при одном условии. Мне нужен ассистент восточного типа. Надеюсь, труда не составит отыскать такого. Будет, шеф. Потап. В штаб-квартире восточного мафиозу в результате длительных переговоров так и не пришли ни к какому решению. Обе стороны озадачены. Кого? Кого послать? Эти две награды за двоюродных братьев. Этот орден за любимого дядюшку Хамзу. А за дедушку Шамхора пожаловали сразу три ордена. Жаль, он был кладезь мудрости. Последним я заслал отца и получил эту звездочку. Бедный папа. Зеркало Аллаха. Главная восточная внешность. И малая только ума. Остальном положись на нас. Все ушли из дому, и никто не вернулся. Несчастная сирота. Один он, дядя Шамхор, возвратился живым. Подойди к нам, дядюшка. Прошел огонь, вот и бедный труби. Это ваш дядюшка? Да, дядюшка Шамхор знает нашу родню. Всех жен, всех родственников моих жен. Он часто рассказывает мне о моем детстве. Подойди, подойди к нам, дядюшка. Ну, что ж ты? Ага. Сейчас иду. Сейчас. Да-да. Иду. Вот я и пришел, племянник. Скушай ягодку. Разве мой дядюшка похож на меня? А разве похож я на дядюшку Шамхора? Разве мы похожи друг на друга? Мне нужен человек восточного типа. Где я возьму? Все хотят умных. Обратитесь лет через 10, когда подрастут эти птенцы. Куча. Папа Тун, у меня есть пастух. Такой бедный, но разумный. Двойной перегонки. Как одинская? Салхино. Точно. Гурджани. Нет, плохо. Молодец. Усахалаури. Просто гениально. И последний. Последний. Я пью за наших предков. Теперь дело за количеством. Вы должны, не теряя головы и своего мужского начала, выпивать 4 литра белого вина летом и 3 литра красного зимой. Иначе вас разоблачат.
А тебя? Аллах накажет за тунеядство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И сюда. Сунели из капусты. Чеснок. Кинзи, кама, ньягури, рехани, праса, тандури, омбало, утро сунели. Браво, Фрэнк, браво. Чеснок. Ой, мама, а чика? О, видите, кое в чем Фрэнк он фору вам дает. Да-да. Молодец. Там, где и были. Какие красотки? Чьи вы? Так-так, садитесь. Подали друг другу руки. Поднялись. Нет-нет. Свободнее. Прогнись поясница. Иду. Пошли. Видишь как? Поцеловались. Давайте еще раз. Разошлись. У грузин это повторяется при каждой встрече, даже если они видятся несколько раз в день. Понятно? Садитесь. Ну. Так. Хорошо, хорошо. Ну. Так. Очень хорошо. Ясно? Ну. Как поживаешь? Жена умерла. От чего умерла? От гриппа. Грипп это пустяки. Вот. Грипп это пустяки. Как успехи? Да. Лобио. Да, фасоль на языке дикарей называется лобио. Лобио и кукурузные лепешки любимая еда аборигенах. Слегка пучит, своеобразное состояние, располагает к философским размышлениям, к поэзии, пению. Но это необычное лобио. Человек, проглотивший наше лобио комби, становится источником информации. Его можно ликвидировать с дистанционным взрывателем экватор. Лейтенант Квинтерация, ты доберешься до городка с черепичными крышами.
там живет твой второй враг Квин Обучари. Ты отыщешь и уничтожишь его. Если он мертв, ты уничтожишь всех его наследников. Они твои враги номер три. Убей их. Убей. Кугури. Кугури. А? Ты убьешь. Убью. Я думаю, Гвино уже подох, ему давно за 80. Если все уничтожьте, найдите его наследника, тоже убейте. Не жалейте никого, ни вдов, ни детей. Сейчас будем осуществлять по системе Экватор. А сейчас выработаем план перехода границы. Перехода границы. Операция «Сова». Обратите внимание. Но, к сожалению, нелегальный переход через границу мы себе позволить не можем. Поэтому предлагается второй вариант. Легальный. Назовем эту операцию «Черепаха». Держи это. Первое. Это. Второе. Еще это. И четвертое. А теперь меня. Да провалить все пропадом. А где это? Провалить пропадом. А? Там, в кустах. А? Ой, колючки, колючки, ухо, ухо, ухо. Поджигай. Руки. Постараюсь. Что с нами будет, мистер Фрэнк? Здесь я не Фрэнк, мое имя Придон. Придон? Что будет, мистер Придон? Просто Придон. Самирам Микмар сам Кернат, Хвино Дудуки, Калеби, Хвино Сау, Дудук Сварагерет, Калебо, Кенат, Сварагерет. Рано веселее. Откуда идете? Честно говоря, веселее. Сена веселее. Скажите, куда идете? Если честно, ясно, сейчас вам не до этого. Ну-ка, помогите мне. Сколько можно, уже не слов. Витебо. Кладите сюда. Вот сюда. Вижу, не здешние вы. А кто вы такие, а? Пресса, радио, телевизия. Все вместе. Как? Как это все вместе? И то, и другое. Кукури. Кукури, кукури. Что? Кукури, это я. Что ты сказал? А, извините, а я Амбросий. Ты куда, кукури, поднимись? Нас интересуют долгожители.
Есть в вашем районе глубокие старики? Сколько угодно. Я вам помогу. И со стариками познакомлю, и с молодыми. Замечательные люди живут у нас. Подождите меня здесь, уважаемые. У меня очень срочное дело. Надо смываться. Куда? Не пущу. Пусти руку. Никуда что ты меня вцепился? Опусти. Подожди. Кугури, прикрой меня. Успокойтесь. Постой. Опоздали. А я решил размяться. Очень хорошо. Да, ноги затекли. Садитесь, ребята, поехали. Садитесь, поехали. Вот и наша гостиница. Видите, какая красивая. А там внизу мы еще одну строим, более комфортабельную. В последнее время стали строить лучше, быстрее и дешевле. Что ж, начали доброе дело, проведем его до конца. Доставим его в гостиницу. Хорошо? Давайте. Кугури, вперед! Геннадий, Геннадий, куда ты? Куда ты идешь? Геннадий, проснись, проснись! Что ты стоишь, как истукан? Бери его! Молодец. В 11 номер. Отнесите. Благодарю. В 11 номер. Спасибо. Геннадий, завтра я тебя навещу. Давай. Чего от нас хочет там бросить? Эй, ключи возьмите. Неси, неси его. Благодарю. Опять угощали. Опять напоили. Человек приезжий. Не оставлять же его одного. Когда кончится, ни одной спокойной ночи не было. Зумбадзе, Кено Шалович, ревизор. Ясно. Надо убаюкать ревизора. Какие у вас номера? А какие вам нужны? Есть люкс, 2 рубля 50 копеек, с радио и рукомойником. И есть номер на троих в общежитии. Ага. Итак, пожалуйста, один люкс. Угу. И одна койка в общежитии. Угу. Подарите мне его. Третий день приезжаю. Дарю, забирай. Трезвый он мне нужен, а не такой. Что? Это тот лейтенант, который... Шеф. Почему этот? Кто знает, сколько Амбросии в этой стране. Наш враг номер один, Амброси Квинтрадзе. Запомни, Квинтрадзе. Хотите успеть на хаши, поторапливайтесь. Почему это тебе люкс, а мне койку в общежитии? Чем я хуже? Между прочим, здесь все люди равны. Болван. Ты должен жить со в среду все равны. Если равны, нечего у меня списывать. Придут, скажи, цель приезда, что написать? Пиши служебная командировка, здесь все так пишут. Спасибо, друг. Молодой Бадзе, как ваше имя? Кугури. Кугури, Кугури. Кугури. А здесь что вы написали? Что вы написали? Кугури, Кугури. Бабаду. Это псевдоним. А он пошутил. Пошутил. Так ведь, Кукури? Шутники. Как вам не стыдно? А где ты схашная, скажите? Видите, из гостиницы налево. Возьмите ключи. Хе-хе.
отличная. А? Ты внизу, брат, ты. Пашная. Почему не поют? По инструкции они должны петь. Дурак, кто же поет перед работой? Два двойных хаши. А я хочу лимонад. Вы что, с неба свалились? Какой хаши, когда солнце давно взошло? Ты видел, Кукури? Такие усики уже не в моде. Но ведь все с усами. Ладно, пока хоть такие, потом заменим. Ко мне. Уходите, уходите. Садитесь. Через 5 минут начнем. Начнем сразу, чего ждать? Еще рано. Что там? Теперь пора. Испугались? Ничего. Угу. Ну, что там у нас? Я прошу тебя. Не надо. Не делай этого. Не надо. Не надо. Как это не надо? О, спасибо, спасибо. Где бы вы нашли хаши в это время, а? Дай бог тебе здоровья. А теперь прошу к столу. Присаживайтесь и начнем. Ой. Угощайтесь. Что скажешь про нашу команду? А как по-вашему? Проиграть 3-1 по рельскому Туруджи. Вина вратаря. Как считаешь? Не согласен. Когда говорят, что виноват вратарь, не совсем согласен. И даже когда говорят, что не виноват, тоже не согласен. Да, да. Как это не согласен? Не совсем. Немного согласен, немного. Это правильно. Ну, а в глаза им не перейти, голову даю на сечение. Пока из Гури в Ланчхоте не переведут левого защитника. Гурама, как его фамилия? Что он понимает в футболе? Он специалист по мелкому рогатому скоту. Слушаю. Амброси Квинтрадзе. Лейтенант Амброси Квинтрадзе. Это тот самый. Извините. Да, Муцико, слушаю. А? Я занят, дорогая, маленькое совещание. Что? Купить орехов. Да что ты? Они уже давно не 10, а 15. А? Я тоже. Да, Муцико тоже. Только 200 грамм. Нет, нет, больше не могу. Сама подумай, а? Не надо, Сацей, ловью, пусть будет ловью. Конечно. Умница. Мало ли, о чем мы говорили. Ну, что ты от меня хочешь? Ну, конечно. Да, ну, цикл. Не будет, Сацей, пусть будет ловью. Конечно, я тоже на цикл. Очень, очень. Хорошо. Простите, друзья, я говорил с женой, сами знаете, с женой надо ласково и понежней. Зато гостя могу привести, когда угодно, и жена за секунду накроет стол. Так вот, я тоже был футболистом. Еще вы не помните, рад встречи, таким я вас и представлял. Что вы, друзья? Я помню, кумир. Скажешь тоже, не совсем так, но играл, как говорится, довольно прилично. А сейчас очень серьезная работа, весь район на мне, весь районный центр и 14 деревень. Раз уж мы познакомились, едем ко мне и там продолжим. Вот так. Нет, мы не можем. У нас тоже очень серьезное дело. Нам нужен... Зачем беспокоить, товарищи Квинтрадзе, Кукури? Что значит беспокоить, друзья? Я обещал вам помочь со стариками и помогу. Познакомлю со стариками, со старушками и даже с молодыми людьми. Начнем со стариков. Да. Для начала к Бутихвинерия. Едем к Бутихвинерия.
лейтенант. Что случилось? Что ты говоришь? Когда? 10 минут назад. Я только что оттуда. Пуча! Пуча. Очень хорошо. Правильно, молодец, Пуча. Так ему и надо. При свидетелях? Да, при родственниках. А если говорить, будешь жаловаться? Так и сказал. Сам слышал. Пиши рапорт, оштрафуем Симона. А Симона за что? Буча ведь начал? За то, что он склочник. Буча золотой старик. А сколько лет Буча в Минерии? Сколько лет? Буча. Лет 70, 90. Когда он приехал от капиталистов-империалистов, моему отцу было 3 года. А в каком году он приехал? В каком году приехал? Его заслали к нам не то в 10-м, не то в 20-м. Если отцу было 3 года, да, значит, в 15-м. Хай! Что говоришь, как это заслали? Да, как это заслали? Очень просто, шпионом. Что? Вот за такие речи и попало Симону от Бучи. Иди пиши рапорт. Быстро! Амбросий, там по дороге. Я сейчас. Неудобно, люди ждут. Ладно, поезжай, я пешком доберусь. И ехать надо, и не подождать нельзя, уважаемый в районе человек. Его сын чемпион страны по вольной борьбе. Знаете, Димала Угрехова? Да, да, конечно. Ну, где же он? Быстрее, Сашура! Конечно, поможем. Ой, спасибо большое. А ну-ка, давайте, Ну-ка, возьми за эту ножку. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, так, еще раз. Давай, кто будет играть? Сыра. Ну, я, наверное, Карина. Бетховена сыграет. А может быть, Моцарта? Курите? Да не курю я, кукури. Вообще она у меня очень хорошо играет. Тихо! Тихо! Играет. Как хорошо играет. Учитель ее хвалит. Она училась всегда Она очень такая девочка. Что говорите, сами слышите? Что делаете? Спокойно, всем оставаться на местах. Сыра, Сыра, идите ко мне. Она убьет тебя. Ты же девочка. Это шутка, да? Я пошутил, я приезжу, я не знал. Возьми это. Сейчас сам сыграю. Чем отсети на тела сайт прен нела нела черма шори Сейчас ты мне открылся. Эй, бей до конца. Угощайтесь, прошу вас. Отпивай. Кушайте хачапури, едайте и масы. Чего же вы сидите, ничего не делаете? А к Буча Гвинерия пойдем? Буча Гвинерия сам придет, услышит песню и придет. Какую песню? Которую мы сейчас поем. Звезда Боно, звезда Боно, шарели, шо звезды.
Как только запоем, Буча сам пожалует. Буча, дорогой, как я рада тебе. Я жалствую, милиционер Аброси. Швейцария, дорогая, как пожелаешь. Прошу к столу. Никаких спасибо. Спасибо, дорогой. Вот так. Ты придон. Сам ты, Кукури, я Бабадул. Почему ты спишь у меня в люксе, а не в общежитии? Отвечай! Кто это? Люкс. Мы уже 5 дней здесь. Где? У Бучих, Венерия. В гостях. Ловко они нас вокруг пальца обвели и агента своего подселили. Какой он агент? Храпит себе человек. Тактика. Вот ты для чего храпишь? Для тебя. Для меня? Ой, запутал. Не тряси, без тебя точно. Кукури. Кукури, мотебазе. Этот антивайн для чачи не предусмотрен. И не только для чачи. Вчера ты проглотил 2 таблетки. И после 4-го бокала такое понес. Ах так, можно подумать, ты ангел. А когда меня выбирали тамадой, уже все проголосовали. И Кирилле, и Кондрате. Один ты все испортил. Видите ли, он против. Небось, ты сам хотел стать тамадой. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Тебя следовало ликвидировать позавчера. Я помню, когда во время тоста за мир стал рассказывать какой-то миролюбивый человек, и что тебя насильно застали в эту страну, и что ты никогда не сможешь убить Бучу. При чем тут Буча? Мы должны убить Квино Бучари. Квино Бучари. Буча Гвинерия. Сходится. Я думаю, это одно и то же лицо. Так что мы близки к цели. Скоро, дорогой Кукури, ты вернешься к себе в пустыню и купишь себе 1000 овец. Человек рожден свободно. Человек звучит очень гордо. Так сказал Кирилле. А Буча 3 дня назад, 19 августа, произнес
Лучше пасть нам смертью храбрых, чем постыдной жизнью жить. Хорошо? Еще. Кто друзей не ищет, самому себе тот враг. Смотришь помещение. Двор. Неплохо бы узнать, где она держит. Пора, наконец, браться за дело. А что ты будешь делать? Не твоего ума дела. Упражняюсь, надоело бездельничать. Ты в гостях и должен отдыхать. Что люди скажут? Никогда еще к Венере не позволяли гостям работать. Запачкаешься, ты бы хоть переоделся. Агент 008 вышел на связь. Алло, Фрэнк. В чем дело? Что случилось? Зачем ты сюда залез? Что? Что ты здесь делаешь, Придон? А? Что делаю? Любую с восходом солнца. Красивый у вас город. С утра так легко дышится. Рано ты сегодня. Я еще кур не успела накормить. Нравится у нас. Первый раз в жизни спокойно себя чувствую. Пойдите, я вам помогу накормить кур. Осторожно. Пора будить. Кукури встал? Да, он саду. Завтрак уже готов. Вино бучари?
Как настроение? Усы сбрил? Как спалось? Завтрак уже готов. Что? Это другой разговор. Будь человеком, Фридон, подай бурдюми. Не умеют эти топорчики настаивать свина. Не умеют. Почему она упала? Это я. Это мой отец. Не умеют эти топорчики настаивать свино. Теперь будем пить только мое. Угу. Где Кукури? Он в саду. А. Как он вчера всех насмешил. Ты тоже большой шутник. Говори, что ты Фрэнк Джексон, и клялся, что ты приехал с заданием. Да, клялся. Проснулись, мои золотые, проснулись, мои печенчики, мои красивые. Пойдем, сделаем наше маленькое дело. Ну, поехали. Вот, вот. Молодец, хорошо, вот, хорошо. Все, сейчас иди, иди поздоровайся с бабушкой, давай. Ты тоже хочешь, а? Мой хороший, мой красивый. Ну-ка, начали. Хорошо, молодец. Мужчина, иди поцелуй бабушку. Фидель, ты моя холостенькая моя, красивая. Ну-ка, сделаем. Вот, нет, ошибся. Дедушка, ты сиди здесь и делай, что хочешь, и делай, сколько хочешь. Кукури, бросай свое занятие. Умывайся, будем завтракать. Все, посидела. Вот, холёсая девочка, иди к бабушке. Куда? Куда ты? Дядя понравился? Через забор, а? Что подумают эти уважаемые люди? Или ты им сказал, что в этом доме никто не живет? Нет, я им этого не говорил. В таком случае прошу ко мне. Эй, не понимаю тебя, Буча Хвинерия. Что? Тебе отпустил гостя, который подошел к твоему дому? Знакомьтесь, это мой сосед. Остает Клопидзе. А это мой дорогой гость, Фридон Бешкенадзе. Фридон Бешкенадзе. Очень приятно. А во двор к тебе забрел? Кукури. Кукури. Рад вас приветствовать, уважаемый. Кукури Модебадзе. Очень приятно, очень рад. Прошу всех в дом. Окажите честь, друзья. Возражаю, протестую. Почему это ты возражаешь? Костоян! Твои гости не нашли. Костоян! Маруки, где деньги на холодильник? Какие деньги? На холодильник. Привезли холодильник? Нет, холодильник не принесли, а деньги очень нужны. К нашим гостям привязался Густая. Переманивает их к себе. Тут завтраком не обойдешься. Накроем столы во дворе, позовем всех родственников. Что я успею приготовить? Моя дорогая, ты все успеешь. Если захочешь, все успеешь. Сообщи всем до Боргенидзе, я приглашу всех в Венерия. Главное, останутся гости у нас или нет. Посмотрю, что осталось от холодильника. А холодильник пока ни к чему. Все равно скоро зима.
Преимущество гостей и граждан... Постоять, храбрите! Я обманщик и хвастун! Я хвастун? Да! А ты будь ахвинерия, эгоист, даже хуже! Стой! А тебя я не отпущу. Ты мой гость, дорогой. Будешь у меня в доме, как сыр в масле, кататься. Придон! Придон, ты придешь? Пойдем. Окажи честь моему дому. Пойдем. Это Цуцакия. Кугури. Цуцакия. Здравствуйте. Познакомьтесь, Пуцкури. Добрый день. А это младшая Магвала. Очень приятно. Прошу. В нарды сыграем. Это Магвала. Магвала. Извиняюсь, а как вас? Баба... Как? Кугури. Кугури, модебазе. Не сердитесь, что заставил повторить. Склероз. Старею. Годы, уважаемый. Говорят, вы многое видели? А видал на своем веку. О, здравствуй, Сесилия. Осторожно, дорогая, ногу не подвернули. Спасибо, Буча, а ты такой внимательный. Как поживаешь? Ничего, заходи в гости. Обязательно зайду. Как твоя поясница? Буча, не помогает твой настой. Надо помогает. Больше двигаться. Заходи ко мне, я тебе дам еще чего-нибудь. Красный берет. Да, красный берет. Ну, сейчас. Да, конечно. Уважаемый Буча. О, здравствуйте, фрау Нина. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Хочу вас порадовать. Да я слушаю. Ваш Гиви делает успехи в немецком. Да? Лето для него даром не прошло. Да. Видно, вы позанимались? Да. У него прекрасное произношение, прекрасное. О, данке шен, фрау Нина. Бите шен. Можно вас пригласить в гости? К сожалению, не могу, я занята Очень в школе. Очень жаль, до свидания. До свидания. А кроме немецкого, другие языки знаете? Давай свернем это сглазить. В прошлом году встретил его и чуть ногу не сломал. Вы рассказывали, что весь свет повидали. Конечно, я в прошлом году гасил в Сачхере у брата моей жены. Слыхал, наверное, это самое, Ильго Месхе, в аптеке работает самое, провизор. Ха, еще бы, мы с ним как братья родители. Дядюшка Буча! Да. Дядюшка Буча! Папа свинью заколол, просит вас и ваших гостей к нам. Передай твоему отцу, пусть он сам придет к нам. Буча! Меня послали за вами, это случилось так неожиданно, толком ничего не знаю, но случилось. Что случилось? В чем дело? Я же говорю, не знаю, не успел расспросить. Зачем пугаешь? А, твой друг твой, ну, друг, Кугури. Кугури? Придон. Придон, успокойся. Спокойно. Спокойно. Что с ним? Кугури решил жениться. Наго! На то, как остая. На напале? Магвала хорошая девушка. Придон. Стоило отключиться ненадолго, и тут же предательство! Ты не имеешь права винить Кугури. Тлапидзе хорошие люди. Магвала честная девушка. Подожди. Придон. С сестрами ему не повезло. А Магвала очень даже... Ничего? Очень даже. И днем, и ночью мы под наблюдением. Здесь это называется принимать гостей. Постоянные допросы. Лейтенант Квинтрадзе ведет со мной хитрую игру. Он коварен. Антивайн не оправдал надежд. Его следует усилить на 12 градусов. Почти уверен, что нашел Гвино Бучари. Его имя Буча Гвинерия. В настоящее время нахожусь на чердаке его дома. Он пользуется уважением местного населения. Окончательно уточнить эту версию пока не имел возможности. Легче попасть на прием к английской королеве, чем остаться наедине с Бучей Гвинерия. Мой ассистент вписался в среду. В скором времени состоится его обручение с дочерью колхозника Лапидзе. Кого? Не понял вас. Повторите. Лапидзе. Значит, Тамерлан, Калигула, Людовик, Александр Македонский, Посейдон, Иоанн Креститель, Дидзуаджуку, Эвклид. Сейчас понятно, спасибо. Ну, ускорьте операцию, родственники. За счет концерна дарю молодым кухонный гарнитур. Изготовитель город Батуми, 275 рублей. Предлагаю дело. Откроем в подвале концерна хашную на 500 человек.
Рецепт сообщу. Вхожу в дело из расчета 50%. Иду в долю, Фрэнк. Согласен, Фрэнк. Благодарю. Личная просьба. Где-то на западном побережье когда-то жила моя мать, Ева Катарина Джексон. Узнайте, как она, и пошлите от моего имени ящик бордюми. Спецразлива. Впрочем, бордюми вы не достанете, тем более спецразлив. Узнайте, как она, и передайте привет. Что с ним? Я не пойму, странные симптомы. Маму вспомнил. Да, удивительно. Мама. Представитель аптек управления и мобилизует на сбор лечебных трав. А я сюда же. Куинна Бучари. Погоди, перестань стучать, дай мне поговорить с человеком. Вдруг звери. Какие звери? Я забыл, когда в последний раз птичку в этом лесу видел. А уж тем более зверя. Слушаю тебя, Фридон. Мы, кажется, не договорили. Вы, наверное, догадываетесь, зачем мы тут. Я тут ни при чем. Район не выполнил план по сбору ежевики, вот совет пенсионеров и постановил. Будя. Будя, что с тобой? Сердцем чуял недоброе. Кто? Ничего не поделаешь, в конце концов, все мы там будем. Амброс, не там, скажи, кто? Симон. Симон? Да, нет больше Симона, дорогой Будя. Теперь уже никто не посмеет дразнить и подшучивать над тобой. Когда? На рассвете. С вечера заснул и не проснулся. Как говорится, почил с миром. Где он сейчас? А? Где он сейчас? Лежит в своем деревянном дворце и улыбается. А как выглядит? Уф, выглядит отлично, как персик. Розовенький, как персик. Хорошо. А? Сумбадзе. Кену. Геннадий, он же был на 3 недели моложе меня. Не поспорить теперь мне будет ни с кем, не поссориться. Эх, Симон, Симон. Покойник любил здесь отдыхать. Не любил он здесь отдыхать. Мы давно уже прошли это место.
Фридо, дорогой, чем я могу отплатить вам за ваше участие? Успокойтесь, дорогой, будь за заботу. Это наш дом. Спасибо, Гугори. Спасибо, сынок. Если поспорить, если поссориться. Надо еще зайти к тетраде, на сегодня хватит. Сколько можно ходить? Обошли уже 8 домов. Я должен еще вжиться в среду. Вспомни, что сказала Эпифане. Не откладывай на завтра, что можно сделать сегодня. Тысяча мелочей. Что ты застыл на месте, как осел? Рида! Рида! Машенька, стричь овец. Хочешь, покажу, как стрижет? Кукурима де базе! Добрый день. Здравствуйте. Приветствую вас. День добрый. Здравствуйте. Зачем тебе аптека? Надо, я на минуточку. Доброго здоровья. И тебе тоже. Ай-яй-яй-яй-яй. Привет, Придон. Рад вас видеть. Здравствуйте. Придон. Каолин. На, понюхай. Фу, гадость. Доброго здоровья. Зачем это? Это мои овцы. Ах ты, баран. Иди вперед. Иди. Как поживаете? Приветствую. Здравствуй, Кукурик. Очень хорошо. Чтоб ты провалился. Руки от искусства. Здравствуй, Фридо. Здравствуйте, уважаемый. Как ваша поясница? Лучше. Настой добавили горького перца. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Перец только и помог. Чего ты вырядился? Тоже мне чабан. Создал человека, учит Маркс. Как поживаете, Фридо? Помогите мне, а? Я ничего в своей жизни не сажал. Это вы, хрупкий стебелек, а этот толстый я. У вас больше нет? Нет. А у меня есть. Вот здесь мы и посадим. Посмотрим, что вырастет. Вот, вот так. Ага. А рядышком второй. Вот так. Посмотрите и вспомните меня. Где вы пропадаете, ребята? Все гуляете, да? Найдется ли у вас отвертки? Отвертки не найдется, а?
прощения. А сопротивление полтора ома случайно нет, а? В боковом кармане. Чудливо переплетаются. Да еще по здешним законам все они являются наследниками друг друга. По нашим подсчетам, число наследников Гуччи превышает 1500 человек. 1500 человек. Придон, я хочу... Что тебе? Уйди. Извините. Должен отметить, что в этой стране родственниками не являются родные. Братья, сестры, двоюродные сестры и братья. Это близкие. Придон. А родственные связи начинаются Придон. С третьего поколения. Что тебе? Можно я пойду в кино? Уйди. Извините, как я сказал, родственники здесь все начиная... Мое мнение, что это многочисленное число родственников дает основание думать. Придон. Вот, мой дорогой Придон, я хочу в кино. Пошел ты! Это не вам, Бен, да. Я хочу я с Маквалой. Хоть с Сесилией, иди! Я... Подолжи денег на 7 билетов. Почему на 7? Маквала. Ее 4 сестры, Сесилия и я. Один. Один с Маквалой ты не можешь войти? Нет, ее одну не пускают. Извините, Бен. Уйди, чтоб духа твоего здесь не было! Придон, какой ты стал нервный? Итак, я говорил вам о практически невозможности ликвидировать наследников Гвинерии. Пока мы будем уничтожать ныне живущих, на свет родятся новые поколения. А это равносильно объявлению войны. Продолжая свою мысль... А можно я возьму еще на мороженое? Извините, возьми. Да, это не тот Фрэнк, он возьми. Очень изменился. Убирайся, да! Извините. Я закончил, да. Соедините меня, Гэм. Ну что ты еще хочешь, а? Такой хороший фильм идет, безответная любовь. Может, пойдешь с нами, а? Уйди! И Циру пригласи. Кончилось мое теперь. Ситуация ясна, Фрэнк. Будет нелегко, но это необходимо. Ускорь операцию у родственники. Собери всех наследников в одном месте. Митинг, стадион. Накорми их лобио комби. Повторяю. Накорми их лобио комби. Остальное сделаем мы, Фрэнк. Придон! Боже мой! Придон! Я тебя этого не ожидал! В чем дело, дорогой Буча? Гость Буча Хвинерия живет в гостинице! Почему ты меня обижаешь? Обижает? Обижает! Придон, я не иду в кино. Буча пригласил всех родственников отметить мою помолвку. А? И вы здесь, дедушка Буча? Да, здесь. Идут, идут! Что вы стоите, везете кричать? Прошу вас! Прошу, дорогие гости, прошу! Сегодня для всех нас праздник. Всего вам самого доброго, и чтоб счастье не покидало ваш дом. Добрых вам лет! Проходите, милости просто, проходите! По-видимому, операция «Родственники» началась. Показали приборы на пульте связи. Лобио комби подает первые сигналы. А к концу дня, после уничтожения родственников Гвино Бучары, наш концерн останется единственным наследником состояния покойного шефа. Приветствую вас! Иди, дурачок, иди, ну пошла. Приветствую вас! Радуйся! Поздравляю, сынок! Спасибо, поздравляю. Вот счастье-то! Зубы можно сломать, какое жесткое. Дед, хотите апельсин? В нем витамин С.
Странное дело, с утра варится, до сих пор еще не готово. С утра? И вкус странный. Да, и орехов достаточно положила, и приправ. Оставь, какой есть, после ужина подавать не станет. В моем доме такого лобью еще не бывало. Боже мой, кто это сделал? Мы пропали. Кушайте. Вам нравится лобби? Спасибо. Это лобью комби. Поставь сюда. О, прошу вас, прошу, садитесь. Когда сработает? Угощайтесь, ради бога. Через 3 минуты батарейки начнут действовать от желудочного сока. Вместе жили? Вместе умирать будем? Сколько мне еще осталось? Сегодня счастливый день! А в моей жизни, друзья, самый счастливый! Мы сегодня все вместе! Да здравствует! Разговориться, слишком много на себя берешь! Подожди! Да здравствует наше единство! Выпьем за ту силу, которая собрала нас сегодня за этим столом! И особенно поблагодарим Масимаро! Тех людей, которые помогли нам сегодня встретиться с этим столом. Я поднимаю свой тост за наших дорогих друзей. А потише ты не можешь? Не могу. За наших гостей. А с сегодняшнего дня они все уже родственники. Это они помогли нам собраться все вместе и спеть добрую песню любви. Это Придон Доскенадзе и Укури Модобадзе. Дорогие мои, помолка, помолка! Поехали. Месье Суки на кану кану канаре, бендо. И суку мой. Бендо Амаро, кандо ла комино дио, бондо рембо. Сеньорало? Сеньорало, бендо. Сеньорало, бендо. Сеньорало, бендо. Сеньорало, бендо. Сеньорало, бендо. Оскай, сигбу, сигбу, шеф! Странные цветы, похожи на микрофончик. Постарелая детка, мне почудилось, что я была в гостях у бучих Венерия и несла к столу на сковороде жареную индюшку. Началось. Серия взрывов. Но это невероятно. Лобио комби не действует на этих людей. Их желудки переварили комби, превратив его в ракеты легкого взлета. Ой, мамочка! Кукури, ты жив! Придон, оставайся здесь. Лапидзе полюбили тебя как сына. Вместе жили мы, вместе и умрем. Жизнь не отдадим, лишь бы вместе быть. Что творится? Погодь,